Алхамдулилля, милость Аллаха безгранична. По милости Всевышнего Аллаха Аззаваджалла не только рядовые христиане, рядовые люди принимают ислам. Даже с нами сегодня брат Саид Мухаммад Владимир Владимирович, бывший священнослужитель, который 15 лет служил в церкви. Алхамдулилля, Всевышний Аллах наставил на путь истины посредством ислама, посредством да'ва, посредством красоты ислама, религии. Делайте да'ват, призывайте на пути Аллаха, и люди, иншаллах, придут к исламу. Кого Аллах наставляет на путь истины, того никто не сбивает. А если кого-то Аллах собьет, того никто не наставит на путь истины. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар.